давайте, так как у нас ночной дожор, с ночным дожором мы всегда смотрим лучше всех. Шоу лучше всех. Будь всегда лучше всех. Так. Мы можем посмотреть вот эту артистичная танцовщица Арина. Лучше всех. А, это вообще сегодня вышло. Смотрим. Последний раз мы тоже надели на девочку большую, да? Невероятно пластичная, невозможно артистичная, неописуемо классная. И просто самая танцевальная девочка из Астаны, Ариша Кулагина. О, Астаны. Тоже куда-то там. Много талантов. А, хотя имя какое у нее, Арина. Не только Димаш талант. Здравствуйте. И как дела? Спасибо, хорошо. Ты очень красивая, я тебе хочу сказать. Спасибо большое. Ариш, да. Почему именно танцами ты увлеклась? Потому что это прям радостно очень танцевать. Думаю, что танцами можно заниматься бесконечно. А, Ариш, а с кем ты сегодня приехала? Я приехала с мамой. Как ее зовут? Оксана. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Расскажите немного об Арише, об ее увлечении танцами. Может быть, раскрою небольшой наш секрет. Ариша плохо слышала с рождения. Mm-hmm. И мы решили пойти на танцы для того, чтобы она видела, что детки умеют двигаться под музыку. Сразу начались у нас быстренько победы. Как-то еще она быстро начала понимать, что от нее требуется. А насколько это была сложная проблема со слухом? Очень сложная, практически глухой ребенок. И то есть танцы помогли Арине, да? Слух какой был, какая потеря была, такая и есть. Это не меняется и не изменится, в лучшую точно сторону. Это помогло ей быстрее ориентироваться, быстрее соображать, запоминать. Ты вообще молодец. Спасибо. А ты и по губам умеешь читать, наверное, да? Да. Умеешь считать по губам, да? Да, иногда бывает. Папа или мама начинают говорить, но не вслух. Он говорит, все равно я не услышу, и я понимаю по губам. Слушай, так от тебя ничего не скроешь. Блин, тут танцы там. А что за чемпионаты, в которых ты участвовала? Что это за соревнования были? Эти соревнования, как в разных странах, бывает Чехия. Ну, даже в Казахстане, в Астане есть такой чемпионат. Угу. Туда приезжает много танцоров. Из Европы, из Азии они приезжают и участвуют. Тут большие соревнования для всех. А какое направление танцевальное у тебя? Ну, сначала я танцевала бальные, восточные танцы. Потом мне посоветовала мама пойти в ватинг. Это ватинг. Уличный стиль. Ватинг? Да. Это по-английски так считается. А потом после ватинга я пошла все в остальные стили. Это поппинг, хип-хоп, хаус, чуть-чуть еще вок танцую, лотинг. Ага. Вот. А что такое? Только направление, вообще непонятно. Это дитка, как танцевали в 90-х годах. Угу. Ну, я не так хорошо знаю о нем. Ну да, это древность, когда это было. В 90-е годы. Ты нам что-то сегодня покажешь? Да, буду танцевать. А под кого ты будешь танцевать? Под какую музыку? Конечно, под моего любимого танцора-певца. Он и танцует, и поет. Монатик. А ты прям, поклонница Монатика, да? Да, обожаю. Ты знаешь все его песни, да? Угу. Монатик. Понятно. Сейчас будет тот самый вакинг, да? Нет, сейчас будет некоторые стили там. Вакинг, хип-хоп, хаус, вок. Посмотрим на твое выступление? Давайте. Ну что ж, дорогие друзья, на сцене Ариша Кулагина. Прошу. Люблю танцы. Так особенно сегодня чувства кипят, поговорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, поговорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, поговорят, а я не вижу их. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что не чувствую, ну, ты видишь, что в глазах программу сделали так же, как и тот, который на этом был.
Слава, да? Мне кажется, что танцоры, они более открытые. Не знаю, вот даже смотришь на детей, которые танцами занимаются, или другими, как бы, вещами, они говорят, я не говорю о том, что там, все должны танцами только заниматься, надо раскрывать, как бы, да, до определенного ребенка. Но именно танцоры, они более общительные. Открытые такие. Почти, ну, мама сказала ей, что почти глухой ребенок, значит, и сейчас. Арина Кулагина! Сейчас. Ариша, это было феноменально! Ну, я правильно понимаю, что танцевать под музыку Монатика для тебя особенное удовольствие, да? Да. Можно сказать, что ты фанат Монатика, да? Угу. Я тебе больше того скажу. Мы тут выяснили, что и он твой фанат. Не знаю, буду надеяться. Поэтому он записал для тебя видеообращение. Давай вот сюда отойдем и посмотрим на экран. Давай. Здравствуйте, уважаемая и потрясающая Арина. Я буквально недавно вас узнал и, признаюсь честно, пересмотрел все ваши видео. И я просто поражен, потрясен, вдохновлен и искренне нахожу и считаю вас настоящим примером для подражания не только для подрастающего поколения, но и для нас, взрослых, и для поколения гораздо старше, для всех. Вы большой пример. Я просто не то что прошу, я призываю вас дальше развиваться в этом деле и продолжать радовать наш взгляд, вызывать у нас такие эмоции, которые я ощутил, потому что это просто что-то невероятное. Я скоро буду в Астане, я знаю, вы оттуда, поэтому если вы удостоите меня такой чести, я бы очень хотел увидеться с вами лично, познакомиться поближе, поэтому приглашаю вас на концерт и уверен, у нас получится с вами еще и спеть, и станцевать. Продолжайте вдохновлять нас. Ну, ребенок, для любого человека, я отвечаю, что я ты не знаю. Ну, мне кажется, нечего добавить, кроме как вынести медаль в эту студию. Мальчик. Рюкзак не просили, а выносят. Ну, рюкзак это у них. Нет, а вот прошлые участницы не дали, не вынесли. Только поваренку и... Вот наша знаменитая медаль для тебя. Цветы. Люба, да. Да. И смотри, в подтверждении слов Монатика, вот билет на его концерт в Астане на двух человек. Для тебя можешь пойти с мамой, с кем захочешь. Да, лучше всех. Ариша Кулагина! Лучше всех! Спасибо. Прошу, Ариша. Интересно, они сами? Вряд ли они сами их находят. Родители подают заявку, да? Наверное, есть тут. И идет отборочный тур, вот это вот все. То есть ты показываешь то, что будешь показывать.
Вот эта девочка очень взрослая выглядит. Она как будто маленькая, а вот прическа у нее вообще жесть.